Рис, гречка, макароны, картофель. В заказе пенсионерки Клавдии Проценко самое необходимое – крупы, хлеб, мясные изделия, овощи, фрукты, предметы гигиены и первой необходимости. На помощь пожилым людям, которым в условиях пандемии коронавируса рекомендуется оставаться дома, устремились волонтеры. Они ходят в магазины и делают необходимые покупки. Четко оговариваются, что приобрести и в каком количестве. То есть килограмм шпинача, килограмм сахара. Давайте сделаем так. Еще более внимательны добровольцы в аптеке. Лишний раз уточняется правильное название лекарства, его дозировка, чтобы не закралась никакая ошибка. 500 тысяч есть. Какая вам нужна? 500. Потратив в магазинах всего 15 минут, волонтеры поднимаются в квартиру Клавдии Проценко, чтобы передать женщине покупки. Пенсионерка живет вдвоем с мужем-инвалидом, и для них такая поддержка бесценна. И, конечно, приятна. Я очень растрогана. Спасибо вам большое. Напоследок добровольцы договариваются быть на связи с Клавдией Александровной. Как мне продукты понадобятся, да? Ну, вы звоните, да, мы вам поможем, не волнуйтесь. Ну, спасибо большое. Сейчас, вам. Давайте, поправляйтесь, не болит. На помощь жителям Ленинского городского округа каждый день готовы прийти соцслужбы и сотни волонтеров. Пожилым людям очень важна эта помощь, жизненно необходима. Должен каждый помочь. Даже не за деньги, ни за что, просто помочь должен человеку. И все, я считаю, это правильно. Правильный поступок и благородный очень. Оставить заявку на оказание помощи с покупкой и доставкой на дом продуктов, лекарств и товаров первой необходимости можно по телефону Ленинского управления социальной защиты населения 8 495 549 80 22. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.